Всем привет! Хотелось бы обсудить недавно состоящийся Minecraft Live, рассказать вам свое мнение и вообще понять, провал ли это. Что ж, думаю, начнем мы с того, что мне сразу не понравилось в Майнконе. Первые полтора часа это просто реклама. Я, конечно, понимаю, что нельзя сразу все рассказывать, но они так душили, что под конец уже вообще не было сил смотреть дальше. Итак, нам показали три вещи и одного моба. Новые таблички, новые декоративные вещи из бамбука, новые книжные полки и, конечно же, верблюд. А, ну и конечно, победитель голосования Нюхач. Ну, много ныть не буду, просто скажу, что это не самый лучший моб из голосования. Буду рассказывать, какой у этих мобов функционал, ведь я уверен, что вы давно уже все знаете. Итак, а как же называется обновление? А разработчики и сами не знают его название. Ну, в какой-то степени это и хорошо, ведь они на протяжении полугода будут добавлять много новых вещей в игру. И как на юбилей 1.20 это будет очень необычно и круто. Итак, что у нас в целом? Верблюд. Хорош. Новые блоки и лодка из бамбука мне понравились. Таблички, ну, возможно, хорошая вещь. Ну и книжные полки. Я бы сказал, что это имба, но есть одна очень важная деталь. Я сначала подумал, что мы сможем ставить и брать книжки в любом порядке. То есть, если там находится 6 книг, то я, например, могу сразу взять третью. Но нет, они все берутся по очереди, и вот весь прикол этого блока пропадает. В целом Minecraft Live вышел неплохим, но жестко душили в начале. Сейчас разработчики могут добавлять что захотят и когда захотят. Это тоже класс. Можем продолжать ждать археологию, мешки и... Нюхача. Я правда не могу понять, в чем его прикол. Вообще, как по мне, Майнкон не из худших. А вы как считаете? Напишите в комментарии. Ну а с вами был я, Эвл. Всем удачи и пока. The winner is... The sniffer. Кто помог подумать? Вау. Хуйня.